Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Перед нами находится телефон Xiaomi Redmi 12C. И сейчас мы разберемся, как убрать либо добавить Google аккаунт на данном телефоне. Итак, для начала мы можем перейти в Play Market, для того, чтобы увидеть, есть ли у нас аккаунт. Если мы начали видеть приложение и игры, значит аккаунт установлен. В правом верхнем углу мы переходим по иконке и нажимаем на стрелочку вниз. Выбираем либо Manage Accounts on this device, либо же управление аккаунтами на данном устройстве, смотря успело ли перевестись ваше устройство полностью. Итак, это вот то окно, которое нам необходимо. Здесь мы нажимаем на аккаунт Google. Видим, что это именно тот аккаунт, который у нас был. Нажимаем еще. Нажимаем удалить аккаунт. Удалить аккаунт. Таким образом мы можем убрать аккаунт с нашего телефона. Если вы перейдете в настройки аккаунта и синхронизация и нажмете «Добавить аккаунт», потом выберете Google, вы сможете добавить Google аккаунт на ваше устройство. Здесь мы вводим телефон, адрес электронной почты, либо логин. Нажимаем «Далее». После чего необходимо ввести пароль от вашей электронной почты. Дальше нажимаем «Далее». Далее. Принимаю. More. Accept. И на этом все. Аккаунт был добавлен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!